Любимая, уважаемая и наша Одинцовская Инна Михайловна Чурикова принимает гостей из общественной палаты и приемной комиссии в своем доме на Николиной горе. Первым делом оформление необходимой документации. Анкета, заявка, рекомендации – все в полном порядке. Народная артистка росчерком пера открывает новую страницу в своей биографии. Подача документов в общественную палату третьего созыва для Инны Михайловны – решение обдуманное. Я до такой степени восхищаюсь подмосковной природой нашей, и мне так хочется ее сохранить, чтобы она была почти девственная, чтобы не одни только заборы были, а вот еще какие-то такие прекрасные. У нас, когда мы проезжаем по дороге, и справа течет речка, и там могут любые люди приехать, отдохнуть. И красиво, и замечательно. И у нас тут красиво, замечательный воздух. И просто это как-то приятно для души, для сердца и для здоровья. Подмосковная природа, чистые леса, вопросы экологии. Всем этим народная артистка СССР готова заниматься в перерывах между съемками и спектаклями. Решение Инны Михайловны поддерживает ее муж, кинорежиссер Глеб Панфилов. Супруги вместе и в жизни, и в творчестве уже долгие годы. Хрупкая, в то же время сильная женщина Инна Чурикова всегда в центре общественных событий. В 2003 году Инна Михайловна была среди деятелей культуры и искусства, призывавших остановить войну в Чечне. Неоднократно поддерживала инициативы по защите животных. Кстати, домашних питомцев у Инны Михайловны трое. Все девочки породы вельшкорк, выведены в Британии. Королевские собаки в доме отечественной дивы не случайны. Инна Михайловна готовится к премьере спектакля «Аудиенция» о королеве Великобритании Елизавете II, который ставит Глеб Панфилов на сцене Театра наций. Суслик, суслик. Молодец, хорошая. Кто так делает? Браво, браво, браво. А маленькая она. А ты танцуй, танцуй. Да, да, хорошо. Хорошо, малыш, хорошо. Браво, браво, браво. Уже совсем скоро этим четвероногим артистам вместе с их звездой-хозяйкой предстоит выход на сцену в большой премьере. Состоится ли дебют актрисы в общественной палате, мы узнаем 31 мая, когда будут окончательно сформированы списки общественных палат муниципалитетов. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».